Всем привет, всем привет, с вами Шмагов на канале Ушим. Мы сегодня поиграем в новую игру под названием Pedestrian. Вроде она так называется, это двухмерная головоломочка. Посмотрим, как она сделана, красиво, некрасиво, зацепит ли она меня или вас. И в дальнейшем посмотрим, стоит ли мне ее вообще играть. Опять же, это канал просто про игры. Если нам нравится, мы дальше играем. Если не нравится, мы не играем. Все очень просто. Если не понравится, мы выкидываем эту игру и проходим следующую. Точнее, начинаем следующую. Так что, все очень просто, все очень логично. Логико. Нам стрелочкой показывают сюда. А, мы выбираем перса. Да, давайте за бобюшечку. Ну, это точнее, или не за бабюшечку, или мужик в платье. Но, скорее всего, это либо мужчина, либо женщина. Все очень просто. Так. Так, как я сказал, это рисованная головоломка, как было. Так, нам нужно соединить. Ага. И уходим. Ага, еще раз на F. Понял. Так. В принципе, пока что мне нравится. Все хорошо. Прыжок это как и прыжок и везде. Это пробел. Нажимаем на пробелиус. Оп-оп-оп. Так, стоп. Да ё-ма. А тут... А, тихо. А тут будет приседание или нет? Будет С приседание. Вниз нет, не будет приседания. Значит, это мы просто будем... Мы просто бегаем с значком туалета. Женского, да? Так, здесь что у нас? А, мы можем передвигать. Окей, значит, передвинули. We take. И все, и ушли в темпе. Никого. Тихо. Зачем ты так сделал? Не надо так делать. Так. Дальше, еще одна головоломиус. Так. Угу. Наверх я могу и вниз я могу. Хорошо. Вот так же я могу сделать, правильно? Или мне нужно обязательно вот так? Вот так. Хорошо. И вот это вот так. Хорошо. Оп, отлично. Так, этот уровень мы с вами прошли. Теперь что? А, теперь опять F-чка. А я свою карту тоже могу двигать. Все, понял. Так, значит... эту не могу, я понял. Хорошо. Сделаем тогда вот так вот. Оп, спрыгнули. Вышли. И еще раз вышли. В принципе, пока все просто, логично и не вообще как на изи, да, слушай. Так, опа, здесь что у нас? А, здесь я могу прыгать. Так, здесь я могу прыгать, понял. Так, дальше что? Музычка закончилась, такая прекрасная музычка закончилась. А, ключик. Ключик, как подобрать ключ? Буковка F, E. E, понял. Все. Понял. E собрать. F. F это у нас. Так. Эфочка. Сейчас давай подумаем, подожди. Нам нужно как бы подняться наверх. А мы сможем там подняться наверх? В принципе, сможем. А здесь как бы мы вот так вот сделаем, да? Да, давай, хорошо. 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 Так. Девчуля, давай. Погнали. Куньки. А, ключа-то у нас нету. Тогда неправильно уходим. Тогда уходим. Так. А, нам нужно подобрать ключик. Тогда это не... как убрать? Убрал, я сказал. Так. Вот это вот сюда. А я вот тут... А, да, могу двигать. Так. И вот это вот сюда. Ключик получаем. Сюда заходим. И оттуда выходим. Да, вот, короче, вот так все будет. Я собрал это, типа, да? И у меня открылись дверки. Вроде собрал, да? Так, хорошо. Оп, так, ключик взяли. Так, подпрыжуль. А почему дверь нельзя? А, вот теперь можно. А, дверь эту открыл, эту сюда. Это подпрыгнул, зашел. И все, да. Чики-пуки-буки-вуки. И музыка пошла, это великолепно. С музычкой это очень все хорошо. Хорошо, все с музычкой. Так,
Ключик у нас, мы можем забрать ключик. Нет, не можем мы забрать ключик. Нам нужно в дверку сюда попасть. Ты, Люша, да, меня. А что с дверкой мы можем сделать? Сейчас, так, подожди. Мы с дверкой можем вот так, например. Но мы не запрыгнем. А, мы можем вниз. А зачем мне вниз? Мне нужно наверх, наоборот. И... Подожди, мне нужно за ключом вот за этим. Соответственно, мне что нужно? А, так все, вот так мне нужно. Эх, вот так я же могу сделать, правильно? Да, все, могу. Не могу, потому что мне нужно... вот так сделать вначале. Так, а теперь... F и... Вот. А, так, а подожди, а как я запрыгну? Эй! А, я знаю, что надо сделать, смотри. Это убираем, а это присоединяем. Почему? А что не так? А, тут особый... А, так а я же там же бы... А, нельзя так сделать, типа, да? А почему? Хм. Я не допрыгиваю сюда. Подожди, надо как-то что-то я туплю. Что-то мы тупим немножко, да, с тобой? А подожди, а почему я не могу двигаться? А, могу. Мне нужно взять ключ. Вот это да. Сейчас будем тупить на простейшей миссии. Да, правильно я понимаю? Так, хорошо, мы уходим сюда. Дальше чего? То есть... Я не могу так сделать, потому что просто тупо не могу. Потому что игра так сказала. Хорошо. Если мы не можем так сделать, соответственно, что мы можем сделать? Мы можем сделать... да. Так. Подожди, а как же мне до туда допрыгнуть? Что за прикол? Так, подожди, если мы... Если мы проходим вот сюда, а по лестнице, наоборот, спускаемся. Да, вот так я же могу сделать. Да, могу, все. Хорош. Хорош. А я не знал, что... Короче, забейте. Протупил! Ну, это же канал тупого этого стримера, играйщика, летсплейщика, поэтому все нормально. Все хорошо. Что такое? А, следующий уровень, да? Прыгаем вниз. А, ну это просто прыжки, я на изи вообще как просто вот так, как влитой. В прыжки могу. Так, здесь что у нас? Здесь у нас какой-то рычажанский. Что он делает? А, я могу, типа, пиум сделать. Понял. Хорошо. Так, что у нас здесь опять? Оп. А. Ай, надо успеть, типа, да? Это что делает? А, это просто кнопка, типа, да? Ай. А! А! Не усп... Фак. А, я все включил. Все, они теперь будут работать, короче, как мне надо. Все, понял. Хорошо. Хорошо. Ну, головоломки такие, типа... Ай! Это что у нас такое? А, это нам нужно уже сделать эти, да? Там кнопочки у нас есть. Так, хорошо, F. Значит, это кнопка от этой кнопки, та кнопка от этой кнопки. А, мне нужно туда просто тупо уйти. А, но если я туда уйду, я не вернусь. Или вернусь. Что-то я не понял, подожди. Если я же сюда упаду, я же не вернусь. А, вернусь. А что это мне дает? А, ну там, наверное, вторая будет это, да, я понял. Я просто думал, я не вернусь с этой лифтинги, а я, оказывается... А, так а зачем я? Мне нужно... В смысле? Ах, ты ж какой пупусик!
Вот это ты приколист, конечно. Да. Подожди, ничего не понял. А я могу поменять здесь этот, да? Я не могу поменять, да? Почему? Потому что тупо не могу. Поэтому нужно поменять, да, вот так вот сделать. Да. Теперь все нормально, все, погнали. Нет, не погнали, подожди. Мы вначале же вот эту врубаем, да? В смысле, F, E. Потому что мы можем отсюда сдриснуть. А вот. Да ё-моё, не F, а E. Так, все, запрыгиваем, запрыгиваем, уходим. Ну, да, нужно было как бы, да, поменять местами. Ну, бывает. Ну что ж теперь? Что ж теперь? А что такое? Что происходит? Я сам управляю, типа, лифтом, понял. Хорошо. И это, в принципе, нормально, это, в принципе, хорошо. Ой-ой-ой. Очень большой уровень, смотри какой. Мне нужно вот в эту дверь, но я в эту дверь не в дверь. Я в эту дверь не дверь. Так, это у нас вот это врубает. Врумба, врумба, врумба. И у нас есть вот так вот. Это есть вот так вот, скорее всего. Наверное, не знаю. Так. 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 Ну, короче, как-то так, да? Если что, остановимся. Так, погнали. Я не уверен, что именно так. Но, может быть, и не так. Эту хрень врубает та хрень. Блин, я думал, я провалился. Сорян. Подожди, а, да, здесь я не могу пройти. Так, подожди, тогда не так. Подожди, вот эту хрень врубает вот эта хрень. Эту хрень мне нужно, где мне можно взять? А опять я поменять не могу двери местами, да? То есть мне нужно вначале врубить вот эту кнопку, а потом уже остальное думать, да, правильно? Можно я заново начну? Хорошо. Так, смотри, мне вначале нужно врубить вот эту кнопочку. Чтобы врубить эту кнопочку, убери. Так, я ухожу сюда. А эта кнопочка с какой штучечкой? Вот с такой штучечкой. Где такую штучку? Только здесь взять, правильно или неправильно? Да, правильно. Только здесь такая штучка есть. Я могу открыть эту дверь только в эту штучку. То есть я... Блин, а как так? Как же быть? Как же быть? Сейчас, подождите, подождите. А, подожди, может быть... А, да, все, я понял, как это сделать. Смотри, вот, короче... Так. Ну, блин, карточку-то дай. Да, вот, все, все. Значит, смотри, что мы сейчас делаем. Мы, значит, делаем вот так. Здесь уходим... Вот сюда включаем бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу. Ну и да, и дальше вниз F нажимаем. И будем. Правильно? Ну, тут просто нужно немножко как бы немножко, да, включить свой мозжевичок, или как он там называется. Немножко так подумать. И, в принципе, все логично. Сразу становится. Так, у нас есть ключ. Мне нужен ключ. Мне нужен ключ. Ключ какую дверь открывает? Сразу мне покажи. Чтобы я долго не гадал. Вот она дверь, которая открывает ключ. Соответственно, мне нужно попасть сюда с ключом. Чтобы мне попасть сюда с ключом... А у меня есть две двери, да? Две двери. Две двери или две двери? Две двери или две двери? Так. А кнопка где? А кнопка здесь. Так, то есть. Я нажимаю, короче, подожди. Я нажимаю на кнопку. С ключом. Ухожу сюда, сюда, и мне нужно двери вот с такой пипулькой.
А такая дверь с такой пипулькой есть у тебя. Так, логично, логично. Соответственно, ты будешь здесь. Эта карточка. Так, теперь я могу попрыгать сюда. Это выход у нас, да? Так, сейчас, секундочку. Логичнее всего будет, что вот эта лестница будет где-то здесь. Да, или нелогично? Или логично? Или нет? Да, в принципе. Или нет? А, слушай, так, наверное, вот так надо сделать. Да? Ну да. Давай попробуем так сделать. А, мне нужно еще дверь соединить одну. Ё-моё. Это я не подумал. Косяк, косяк. А-а-а! Сейчас, подожди. Мне нужно соединить одну из дверей. То есть, если я вот так вниз сюда, я без ключа. То есть, мне нужно еще ключ сюда подобрать. Подождите! Не надо так грубо со мной. Это выход, подожди, выход до выхода поздно. Ну ты понял. Но мне нужно вот сюда попасть с ключом. То есть я открываю, нажимаю ключ, прием, и сюда. То есть эта карточка, по идее, вот здесь должна быть. Я все. Я плох. Допустим, у меня есть ключ. У меня есть ключ. Я ушел вниз, нажал кнопку, открыл, запрыгнул. И сюда, вот сюда. Да, все, я понял. Это просто вот так надо сделать. Так, и... Блин. Ну, короче, вот как-то так. Так, я что? Я ключ. Я ключ. Я, мазафака, ключ. Упал вниз. Упал. Нажал. Прошел. Подпрыгнул. Прошел. Подпрыгнул на сюда, все как просто, как влитой просто, да? Но, пришлось немножко подумать, конечно же, да. А здесь что у нас? А, здесь просто такая штука и все. Слушай, мы намагаемся на каком-то заводе, а теперь опять на улице, да? Так, что у нас здесь? Что это такое? Бутылка для чего? А, это батарюха? В ноль, а где ноль? Батарейку в нуль. Что? А в какой нуль? А какой у нас нуль? Я не знаю, вот это что? А, да. Да, он. Прикольно. Я очутился в этом, в айпадике небольшом. Или как он там называется, неважно. Так. Прикольно, то есть... Ё-моё, я теперь этот, что ли? Так, хорошо. Вот это должно открыться сейчас, да? Я на лифте куда-то спускаюсь. Ну, это понятно, да. Ну, сейчас мы доедем, короче, и он включит мне, да? Правильно я понимаю или неправильно? Да, дверь открылась, ты открылся, все, пошли сюда. Новый уровень у нас. Так, уровень новый. Да, электричество еще, ё-моё. Понька. Ой, хорошо, спасибо. А под это нельзя попадать, типа, да, получается? Какая-то нефть, типа? Уу! Хорош. И каска рядом сразу, да? Так, опять головоломка какая-то у нас. Так, погнали. Мы можем подпрыгнуть, запрыгнуть до лестницы. Нам нужно эту струю как-то... А, ну я, может быть, ящиком могу? Нет, не могу. Не знаю пока. Пока я не знаю. Так, ну, короче, первое, нам лестница. Нам нужна лестница. Лестница есть?
Есть варианты с лестницами. Вариантов с летней-то нет. Поэтому вот так делаем. Так, дальше что? А дальше мы можем путешествовать. Это выход. Это не выход. Да? Зачем мне не выход? А, я понял. Мне нужно забрать вот этот кусочек, чтобы сюда поставить, запрыгнуть на него и сюда. Логично? Логично. Или нелогично? Не знаю. А, то есть можно еще вот так сделать, типа подпрыгнуть туда, вот сразу сверху, типа оказаться. Да, наверное, не знаю. Так, ладно. Да, вот так, наверное, или нет? Как думаете? А, вот это зачем тогда? Вот с этим что-то непонятная какая-то ситуация. Ладно, погнали, попробуем. Если не получится, то... Получится. Все, я спустил, я понял. Да ё-моё. Вот, да ё-моё. Я спустил, теперь F. Вот так вот. F. Пинки. 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 Так, F. Я не могу, я умру. Почему? А, то есть нужно за один разочек это все сделать, провернуть. А, так это самое, вот так вот. Нет, нельзя. Ну, блин, ну открой. Во, да, вот так, все, погнали. А он выдержит ее или... Ага, хрен. Ага. Так, подожди, тогда я что-то не то сделал. Вот эту хрень никак нельзя стащить туда, затащить, да? Так, сейчас, подожди, давай тогда подумаем. Если эту хрень нельзя туда стащить, то есть если я один разочек, то я заново, да? Давай заново, да, хорошо. Значит, вот с этим мы с вами все поняли. Мы это спускаем. В принципе, все логично, кроме каких-то штук. Каких? Вот этих штук. То есть мне нужно затащить туда как-то эту хреновину. Соответственно, мне нужно вот отсюда не вниз... А можно убрать эти все штуки? Спасибо. А как убрать? А, вот так можно. Так. Не, ну это-то правильно. Тут вариантов других не может быть. Вот теперь вот с этим решаем. Значит, если мы подпадаем сюда, значит, мы вот отсюда как бы должны попасть... А, слушай, так а мы... Вот так вот не может быть... Во, вот так вот. Все логично же, в принципе, да? Я попадаю сюда, толкаю эту хрень сюда, она сюда падает, я его сюда, сюда и там, да? Да? Да-да-да-да-да. Все, 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 разгадали. Погнали. Нет, мы сюда начали, да? Бульки. Бульки, бубульки. Так, вот сюда берем коробочку. Бульки, уходим. Подожди, а как у меня там соединялась-то эта хрень? Вот так вот, да? Ага. Текс, 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 куньки. Опа, опа. А она меня, кстати, убить может? В смысле? В смысле? А ты вот с этой стороны? Ага, хорош. Так, ну и все. Уровень прошли. Хорош, хороший уровень, мне понравился. Да. Так, здесь что у нас? А, здесь у нас какая-то хрень. Мы не можем? В смысле? Подожди, Е, F. Нет. А я F-ом могу нажать на что-нибудь? Ничего не могу нажать. Стоп, а что мне надо делать? Ай, не F, E. E не работает.
смысле? Алло. Е. Е. F есть. А что я могу с F сделать? Я могу что-то нажать или нет? Красненькое горит. Ну, горит. Подожди, а что мне... Что мне тут надо делать? Что такое? Что случилось? Да и отстань ты со своим F. Слушай, я не знаю, реально. А что надо делать? Странный уровень какой-то. А! Это что такое? А, серьезно? Ё-моё. Я не знал, я просто думал, это специально, чтобы я запрыгивал, а это ее нужно взять, оказывается. Так, ключ взяли. Ключ мы взяли. А, ключ остается только там. И смысл? А, я понял. Подпрыгнули. Так. А я же упаду. А его нельзя столкнуть? Я его только тупо взял и все? Не, не так, не так. Подожди. Давай еще раз. Подожди. Еще раз. Тикс, тикс. А, я не упаду, ё-моё, вот я... Да, тупица. Я думал, там можно упасть. Там... Так, тут что у нас синенькое? Воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Где я? А где я? А. Вниз на тропу войны. Ой, смотри, как тут много всего. Где? А, что такое? Что нужно сделать? Я спускаюсь вниз, беру батарейку. Допустим. Что я с ней делаю? Не понял. Окей, что дальше? А, ну... А, я ушел. А! Блин, это такой длинный уровень, серьезно. На каждом его нужно брать что-то делать. Ой. Ребят, посмотрели мы на данную игру... Если понравилась игра, понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шемега, вы были на канале Ушмаги. И, кстати... А, так, так, кстати, все, да. А, кстати, игруха прикольная, да. Можно скоротать пару часов, вечерочков или что-нибудь такого, да. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока.